Всем привет, друзья! Продолжаем играть в Creeper World 4, и это вторая кампания, в которую я, кстати, еще не играл. Вторая миссия кампании, точнее, да. Так, что мы здесь имеем? Имеем какую-то ошибку. Ага, у нас все повыключено. И мы должны, собственно, что-то делать. Наверное, надо связывать вот эту структуру с нашей базой через башню. Попробуем. Да, вот они, собственно, нам говорят. Попробуйте соединить башнями. Так, что это какие-то... Praisers. Да, теперь мы можем строить башни. Так, нужно, как я понимаю, поторапливаться с этим вопросом. Потому что со всех сторон нас ждут какие-то проблемы. Так, а где у нас ресурсы, кстати, я? Сколько могу поставить таких штук и не потерять ресурсов? Вот это я не знаю. Ну ладно, начнем. Башню вот здесь поставим. Судя по всему, нам надо добраться вот до вот этой структуры, до вот этой и до вот этой. Я думаю так. Ой, сори. Телефон у меня пикает. Больше вроде тут идти некуда. Так, у меня какой-то дефицит начался. Не хватает на постройку. При этом башни, наоборот, что-то мне добавляют. Вот я пока не очень разобрался с механиками игры. Но вот цифры, которые они показывают, они какой-то показатель добавляют. Так, будем двигаться дальше. Двигаться вот сюда вот. Да, тут уже появилась табличка, что нужно это получить. А коли нужно получить, надо к этому двигаться. Так, тут, в принципе, мы тоже вычищаем, да, кусок. Может быть, тут можно что-то сдвинуть. Ой. Так, отменить постройку уже нельзя, да, наверное? Не продвигаться, все-таки нам надо туда. А тут нельзя, тут вода. Опять не дал мне построить. Подтапливает здесь берег. Одной башенки недостаточно. Так, вот с этой стороны мне еще не нравится то, что сверху она заходит. Это
тут надо тоже что-то сделать для защиты. Хотя бы пару башен иметь. Так, а здесь все хорошо как раз. Здесь мы начинаем продвигаться. Так, вот новую построить не удается. Может быть, удастся старую переместить. При перемещении она имеет некую бронебойность. То есть ее не так просто сразу залить водой. Так, вот эта башня тоже пускай идет сюда. А здесь мы как раз построим еще одно. Я думаю, что все-таки начинаем прорываться туда. Что сейчас все будет получаться у нас. Так, возможно, мне надо еще одну построить прямо здесь. Лучше я построю наверху, а потом переместим. Так, а как выделить? Вот так вот можно выделить через Shift две штуки и сразу их переместить. Как-то не очень удачно. Ставим их на вот эту вот жижу. И практически уже осуществлен. Осуществлено то, что мы хотели сделать. Переход на вот этот остров. Здесь опасно, сейчас могут нам не дать построить. Да. Разлетается. Далеко слишком я поставил. Так, тут везде вроде как удерживаем, никаких проблем пока нет. Можно не переживать особо. Озвучка немного неудачная, на мой взгляд. Потому что вроде как одинаковый звук, что при взрыве башенки, что при ее перемещении. Так, ладно, перемещаем одну сюда. Одну не знаю куда. Сюда. Все, готово. Готово. Ура! Что теперь? Либо вот эту вот часть надо будет делать, либо вот эту. Я точно не знаю, но я пока вот к верхнему начну строиться. Место будет, чтобы поставить, нет? Ага, что-то мы достали. Какой-то софтвер. Применим это. Он пока не может, да, перелететь на другую планету. Что-то не хватает. А вот. То есть нужно, видимо, доставать все эти объекты. Да, вторая миссия уже такая. Понасыщеннее. Подлиннее. В плане объема. Так, ну до одного-то совсем близко тут идти. До второго, в принципе, тоже не очень далеко. Так, а здесь я не... Я вроде присоединила что-то. А ну вот так вот сделаем. Так, все точно будет присоединено.
Очень медленно сюда подходят материалы, потому что сеть длинная. Пока поставишь, время занимает много. Пока они добегут. Так, соединили один. Я думаю, что тут надо тоже какую-то оборону иметь. Сейчас присоединим другой. Все, здесь то же самое. Тут тоже есть оборона. И еще вот сюда надо добраться. Я даже не знаю, как быстрее. Может быть, быстрее вот через этот вот пролив, чем вот отсюда заходить. Попробуем вот так. Так, у нас есть башни, которые не нужны ни для чего, и я их тоже куда-нибудь сюда отправлю. Они фактически бесполезны. Стоят на территории, где и так все контролируется. Так, кстати, я вот до сюда достроил, а ничего не происходит. То есть, что это за тотемы? Как они используются? Может быть, они мне что-то дают? Добавляют? Вот тут я тоже пока не понимаю. Так, ну и соединяем вот эту часть. Еще остается вот тут какая-то загадочная постройка. Ее тоже можно попытаться присоединить. В ней тоже что-то там, какой-то кубик нарисован. Присоединяем. А вот, кстати, заработали тотемы. Все, я могу инициировать перелет дальше. После того, как я соединил все объекты, видимо, я как раз и смог. А, вот за вот эту постройку мне дали какой-то ачивмент. В общем, улетаем дальше. Миссия пройдена. Такая вот миссия. 11 минут заняла. Ну, надеюсь, вам понравилась игра. Пишите комменты, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, в следующих сериях поиграем в следующие миссии. До новых встреч, пока-пока.